Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. У видео только информационный характер. Возвращаюсь я к своему боксу без вложений. Super Home Income. Это немецкий бокс, где мы зарабатываем без вложений. И в этом видео я хочу показать, как ставить рекламку. Значит, мне доступно вот этих три рекламки. Давайте начнем так, с баннера. Если получится. Значит, смотрите, я купила пакет за $5 стартовый. У меня 500 кредитов. И здесь можно ставить баннеры, ссылочку на баннер. 125 на 125. 468 на 60, 728 на 90. Так. Значит, что? Сюда мы вставляем ссылочку на баннер. Нет. Вот. URL баннера. Баннер URL. Так. Сейчас переведем на русский. Значит, сюда баннер, сюда целевой URL. Понятно. Значит, URL. Я буду свой проект от 728 на 90. Он побольше, конечно. Так, иду обратно. Сюда вставляю баннер. От кавычек до кавычек. Сюда. Так, а сюда у нас что? Значит, кредит, а сюда целевой URL. Значит, здесь я возьму целевой URL у себя на страничке, скопирую. Так, это что побыстрее. Вставляю сюда целевой URL. И сюда количество показов. Минимум 100 кредитов. Я возьму 100 кредитов и понаблюдаю завтра, как бы, как пойдут у меня дела. Как вот будут показы. Здесь страна, как бы, вот у меня английский. А здесь немецкий, польский еще. Ну, пусть будет английский. Нажимаю баннер. Так, где баннер? И что у меня? Баннер. Так, видите, данные указаны в информации. Это у меня целевой урод что-то. Так, опять переводим. Ага, целевой URL баннера. Вот этот надо, значит. Я копирую, я неправильно, друзья, сделала. Это я удаляю. Сюда вставляю URL. Так. А сюда у нас что идет тогда? Это уже все. Ага. Значит, вот как вот сюда. И вот здесь он закрепляется. 100 показов. Значит, добавить баннер. Все, страничка загрузилась. И баннера DD, вот зелененьким у меня все загорелось. Стало у меня 400 кредитов. И что нам не... Ой, нажала отмена. Хотела перевести на русский. Так, баннерная реклама была добавлена. Так, если вы видите свой баннер, здесь вы в порядке. Если нет, то исправить изображение. Так. Что-то у меня пошло не так.
Проверьте свой отдых. Как же его тут проверить-то? Не знаю. Сейчас посмотрим, как. Значит, здесь написано, вот, подождите, пока ваше объявление не будет одобрено администратором. Это еще надо подождать. Ладно, будем ждать. Давайте далее. Здесь текстовые объявления добавим. Так, значит, здесь что у нас? Целевой URL. Текстовое рекламное сообщение. Значит, у меня доступно как бы 400 кредитов. Значит, что целевой URL. Иду сюда. Копирую целевой URL. Сюда текстовое рекламное сообщение. Название проекта я вставлю. Так. Вставляю. И сюда я вставляю тоже, поставлю на пробу 100 рекламных кредитов. И показать всем участникам по всему миру. Как бы здесь вот английский, немецкий, польский. Ну, давай так. И также пока ваше объявление не будет одобрено администратором. Ну, подождем. Введите данные в указанном формате. Но вот целевой URL. Текстовое объявление. Ну, что не так? Почему у меня неправильно, возможно, букву S? Ну-ка. Текстовое объявление. Интересно, сейчас посмотрим, что не так. Значит, вставила я, моя ссылочка добавилась. Вот в это поле везде вставляют ссылочки от баннера. Не просто ссылка обычная, а от баннера. Так, давайте посмотрим, что здесь у меня. Так. Ну, подождем, должно быть одобрение, значит. Ладно, теперь у меня... Так, не туда. Так, это текст, теперь трафик. Так, и трафик. А трафика у меня здесь 50. Так, что здесь мы будем? Максимум. Так. Переводим на русский опять. Так, описание объявления, обмен трафиком. Изображение опять. Не знаю, получится изображение. Вставляем URL. Так. Значит, опять URL вставляю. У меня 125 на 125. Так, так. Здесь 100 на, да, от 100 до 1000 пикселей высота. Здесь как бы смещено у меня. Так, и рекламный кредит я поставлю. Ну, пусть поставлю пока 10. Это все у меня пробное. А потом уже... Посмотрим. Так. И что? 10 рекламных данных трафиком. Угу. Добавить объявление, обмен трафика. Вот мое объявление. Смотрите, мне одобрили предварительный просмотр. Одобрили, это выходит. Видите, у меня изображение вот моего проекта появилось.
Значит, давать объявление обмен трафика. Так, что-то please. Что мне там пишут? Please. Пожалуйста, заполните все поля. Так, описание объявления не заполнила. Так, ладно, вставляю сюда. Сюда 5 URL. И описание. Так, пойду я опять сюда. И описание сейчас ставлю. Так. Так. Вставляю описание. Все, теперь добавить кредиты. 10 кредитов пока добавлю. Так, добавить обмен трафика. Все. И теперь нужно ждать, что пока одобрит администрация типа того. Вот зелененьким загорелось, значит, у меня добавлено все. Так. И вот админ здесь пишется, чтобы администратор проверил даже. Как, ну, здесь не видно, видите? Как бы, ну, посмотрим, друзья. Вот таким вот образом добавлять объявление. Нажимаю Home. Теперь я купила пакет. Завтра понаблюдаю, что мне будет с рекламкой с моей. Вот. И буду пытаться уже наращивать пакеты из заработанных денежных средств. Всем удачи, больших заработков. Кому интересно, зарабатываем без вложений. До новых встреч!